С 1 января алтайские врачи смогут больше зарабатывать. Краевой Минздрав пересмотрел структуру их зарплаты. Окладная часть составит почти ее половину, в среднем 47%. Для сравнения, сейчас это 27%. Зависимость зарплаты от стимулирующих решено сократить. Об этом сегодня заявил журналистам министр Дмитрий Попов. В структуре содержательной части стимулирующие выплаты уменьшаются, ну, то есть вот эта бальная система за достижение определенных результатов, а гарантированная окладная часть увеличивается двукратно, по сути дела. Это не значит, что плюсом к заработной плате произойдет увеличение на 47%, а вот некая гарантированность оплаты труда. В следующем году, по словам министра, введение онкологических больных будут выстраивать по-новому. От подозрения на рак до первых консультаций будет дано максимум 20 дней, а на полное обследование всего 2 дня. Дмитрий Попов подчеркнул, большое значение в крае планируют уделять переоборудованию медицинских центров. Сейчас, сообщил он, насчитывается 400 пунктов, которые нуждаются в обновлении. Кстати, министр ответил и на наши вопросы о 14-й поликлинике в индустриальном районе Барнаула. Ее появление в застраивающихся кварталах города давно ждут. Дмитрий Попов рассказал, что проектно-сметная документация до сих пор на согласовании, так как ее переработали. Теперь поликлиника рассчитана на 1000 посещений в сутки. Это вдвое больше прежнего проекта. Ее строительство должно начаться во второй половине следующего года.